Добрый день, друзья мои! Вы на канале The New Woman. Тема разговора сегодня – модная обувь весны-лета 2020. И показ открывают туфли-лоферы нового дизайна, у которых устойчивый, довольно высокий каблук, выше, чем у классических лоферов, часто квадратный носок, дань моде, и много есть моделей двух цветов и даже с принтом. Все они напоминают модели 70-х. Давайте сравним. Вот это оригинальные модели 70-х годов, и они действительно напоминают те, что мы видим на подиуме 2020. Один из самых заметных трендов этого сезона – это тренд на стиль 70-х в одежде, поэтому логично появление именно таких моделей лоферов. Такие лоферы носят с джинсами, брюками, юбками мини и миди. Смотрите это видео дальше. После каждого тренда будут конкретные примеры образов. А в самом конце будет очень интересное. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что мы будем обсуждать разные варианты создания цельного образа и какую роль при этом играет обувь, какая роль ей отводится на конкретных примерах. На мой взгляд, обувь играет просто огромную роль в создании полноценного образа. И по степени убывания важности для меня на первом месте обувь, почти вровень сумка, ну, может быть, чуть ниже. Дальше верхняя одежда в плане инвестиций, вот так еще, как критерий инвестиции. Потом все остальное – это при общей ухоженности. Если говорить об ухоженности, то она как бы априори должна быть, присутствовать. Все остальное уже после этого. Нельзя быть запущенной женщиной и при этом выглядеть хорошо, модно и так далее. Мы смотрим конкретные примеры образов, где обувь современного дизайна лоферы. Обращайте внимание, даже вполне летние образы сопровождаются вот такой довольно тяжелой обувью. То есть, если вы вложите средства, вы ранней весной можете надеть такие туфельки и потом носить их летом. Это не будет выглядеть как вынужденная мера. Напишите в комментариях, какие лично у вас приоритеты. Что вы ставите на первое место и так далее по степени убывания важности в плане инвестиций в том числе и роли, которые играет тот или иной компонент образа для создания завершенности его. В образе, который сейчас будет, костюм брючный красного цвета, там вместо лоферов, вот этих современных, идут мюле, то есть без задника лоферы, как один из вариантов. Следующий тренд – изящные красивые туфли, главным украшением которых является довольно массивная цепь на щиколотке.
Смотрите, какие красивые, роскошные образы созданы с помощью вот такой обуви. Скажем так, не без помощи. Еще осенью 2019 года стали появляться вещи с эффектом стеганой кожи. Это прослеживалось и в одежде, и в сумках, и в обуви. Этот тренд продолжается. Следующий тренд – это обувь на плоской массивной платформе. Ясно, что такая обувь будет утяжелять образ. Ну вот несколько образов как раз с такой обувью. На мой взгляд, как сами образы перегружены деталями, так и эта обувь не добавляет ничего хорошего. И как вариант вот такие вот полуспортивные сандалии на плоской платформе. Интересный вариант таких полукроссовок, босоножек, сандалий. Ну и следующий тренд – это обувь. Это могут быть туфли, босоножки, мюли с квадратным носком. В утрированной форме, либо более мягко эта идея выражена. Этот тренд, в отличие от предыдущих, часто встречается в уличной моде. И здесь вы видите еще один тренд – это акцент на щиколотку. Если в предыдущих мы видели эту цепь, которая акцент делала на щиколотке, поэтому щиколотка, конечно, должна быть изящной, а здесь тонкие ремешки.
Вот перед вами пример современного образа. Силуэт трапеция, многоярусность и современного дизайна обувь с квадратным носком. Переходим к обсуждению следующего тренда. Это обувь с большим количеством очень тонких изящных ремешков с акцентом на щиколотку. Такая обувь может быть на высоком каблуке, несколько трапециевидной формы каблук, или на небольшом каблучке и даже на плоском ходу. Общее у них – это акцент на щиколотку и очень тонкие ремешки. Сейчас я вам покажу, как современно носить вот так вот брючки и сверху ремешки, как один из вариантов. Изящные, очень красивые туфли могут быть единственным украшением лаконичного образа. То, что мы сейчас видим на экране. Как вариант, переход от делового костюма к какому-то мероприятию вечером. Здесь платье, сумка, туфли в едином стиле, в одной цветовой гамме и одинаковый декор. Посмотрите, лаконичное платье, но добирает образ за счет обуви и сумки. Пропорции выдержаны, образ не перегружен. Здесь совсем просто. Обувь полностью соответствует назначению образа, удобства. Вкус проявляется в уместности. Глубокий разрез – смысловой центр образа, а туфельки ставят точку и завершают образ. Здесь наш взгляд будет скользить от портретной зоны. Она всегда вызывает интерес, потому что мы всегда смотрим в глаза человеку, и вниз до туфелек. Здесь стиль 70-х. И обувь соответствует ему. И последний образ, где цветовая гамма полностью соответствует цветовой гамме костюма. Наш показ подходит к концу. До новых встреч! Вы были на канале The New Woman. До свидания!